Особые эпидемиологические меры внесли свои коррективы в привычные городские мероприятия. В чем-то изменилась и торжественная программа для выпускников десногорских школ 2020 года. Но традиция чествования медалиста все же была соблюдена. Ощущение первой значимой победы, гордость за свои достижения и, конечно, немного волнения. Привычные эмоции участников этого уникального мероприятия. И кажется, что одноразовые маски и соблюдение личной дистанции делают церемонию награждения выпускников 2020 года только особеннее. Сегодня от имени по поручению главы муниципального образования города Десногорск Смоленской области Андрея Николаевича Шубина я искренне поздравляю вас с вашим достигнутым результатом, с тем, что вы смогли доказать в первую очередь себе, своим родителям, своим близким, своим педагогам, что вы являетесь лучшими. 23 июля в зале Центра культуры и молодежной политики Десногорска собрались те, кто так или иначе причастен к важному событию. Представители городской администрации, школьные преподаватели, родители выпускников и, конечно, их гордость. Дети, которые сделали свой первый в жизни значимый рывок. Сегодня с нами по праву разделяют эту столь значимую победу наши родители и учителя. Ведь именно они способствовали нашему интеллектуальному развитию, воспитывали нас людьми добропорядочными, честными. Эти качества стали залогом отличной успеваемости в учебе, которая отмечена медалью и памятным адресом главы Десногорска Андрея Шубина. Всего в этом году отличниками стали 13 выпускников десногорских школ. От имени учителей нашего города я хочу поздравить вас и пожелать вам дальнейших успехов в освоении новых вершин знаний. В финале мероприятия уже бывшие школьники оставили свои подписи в книге почетных выпускников школ Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.